Всем привет! Сегодня я хочу заснять о своей косметичке в дорогу, а также небольшие покупочки, о которых я постоянно забываю. Девочки, мы уже съездили в отпуск и вернулись, но косметичку толком я так и не засняла. Возила я все вот такой вот косметички. Она видна, что пользованная. И, девочки, я ее когда-то привезла с Америки очень много лет назад. И посмотрите, какое качество. Пластик не порвался, ничего, замочки на месте. Все круто, замечательно, захотел, сложил. И, кстати, сюда помещается очень много. Все, что вам покажу здесь, практически все вошло сюда. Ну, давайте начнем по порядку. А теперь мои покупочки. Купила я очередной мой любимый шампунь от фирмы Hawaii. Это для обычных, как говорится, волос с алоэ верой и зеленым чаем. Очень люблю этот шампунь и также к нему в пару всегда покупаю кондиционер. Шампунь у нас расходуется быстрее, кондиционер медленно, но в этот раз у нас как-то подзакончилось и то, и другое одновременно. А также, девочки, еще одна вещь с моих покупок с Испании, совершенно забыла. Купила себе вот такой вот шампунь и маску для волос от фирмы Garnier. Кстати говоря, вот этот один шампунь стоил что-то 3 евро 25 центов, и маска отдельно стоила где-то 3 евро сколько-то там центов. И все вместе вот в таком наборе, она стоила 3 евро 65 центов. То есть получилось как бы 1 плюс 1. Все варианты шампуня и с маской были вот в таких вот, когда эконом-упаковке, скажем так, 1 плюс 1, но я выбрала с медом. Не знаю, еще не пробовали, вот хотела все время вам показать то в покупках, то там, то сям, и все время забывала. А теперь у меня будет возможность это все потестить. В нашей стране от фирмы Garnier вот такие вот средства не представлены. У нас есть там крема для рук, для тела, но шампуня и масок у нас нет. Поэтому с удовольствием потестю. Кстати говоря, сколько здесь миллилитров? Очень маленький шампунчик. А, 300 миллилитров шампунчик. И маска тоже 300 миллилитров. У нас, как вы видите, вот наш шампунь этот, к примеру, он идет 700 миллилитров. Есть по 400, есть 700. Есть шампуни по литру. Можно купить в канистре, как я покупаю обычно гель для душа, для рук. 4 литра можно такое купить, и кондиционер, и шампунь. Но я тот не покупаю. На розыгрыш / подарки прикупила от фирмы Wow вот такую вот палетку. Seashell палет. Вы, кстати говоря, можете увидеть сводчики на нее в моей. И сводчики, и саму палетку в проекте «Закончить», которая выйдет 16 августа. Поэтому, если вы хотите посмотреть сводчики, как эта палетка сама выглядит, она находится там. Эта палетка закрыта, не хочу ее открывать, так как я знаю, что она классненько упакована, и она реально выглядит в форме ракушки, такого красивого голубого цвета. А также от этой же фирмы Wow купила вот такую палетку Blush Contour Palette. Также все запаяно, девочки, не хочу открывать, но там же вы можете посмотреть, и как выглядит эта палетка. Сводчи я не делала, но палетка выглядит симпатично, тут даже есть маленькая щеточка для нанесения румян. Также в магазине Wow, девочки, я приобрела помадку, она совершенно новая, но только что я заметила, что, видимо, она проверяла, или она мне дает правильный цвет. Цвет М574, и вот она разорвала саму эту вот наклеечку. Помада очень красивого цвета. Вы можете на нее увидеть сводчик также в моем ролике «Закончить», которая вышла 16 августа. Очень красивый такой цвет. Не буду тестить, пускай остается на подарок. Также в магазине Wow приобрела карандаш для губ и глаз, они пишут, но это, как говорится, как кому нравится. Один в таком более сиреневатом и один более вишневом. А также вот такой двухсторонний карандашик, зеленый с перламутром и более такой голубо-серый. Очень симпатичные карандашики. Цвет не написан, тут все запаяно. Тут, вот номер 14. И номер 18. Тут даже вот написано цвет, я так понимаю, но не совсем соответствует названию. Тем не менее, сводчики находятся в том же ролике. Еще одна покупка. Почему-то эти масочки можно приобрести только в этом магазине, хотя
Эта косметика продается кругом. Маски, тканевые маски с Мертвого моря фирмы Amor. Вот у нас есть черная маска против детокса, да, детокс. И такая масочка Collagen Lifting Mask. То есть коллагеновая маска для поднятия кожи, скажем так. Вот тут даже на английском все написано, что оно делает. Поэтому я приобрела тоже несколько масочек на подарки и на презенты. И последняя моя покупочка. Это с магазина Sakara. Тушь в синем цвете. Также сводчики на туши. Можно посмотреть в том же самом ролике. Начнем по порядку. Брала я вот такую вот милашку. Подарок от прекрасной Елены. Бархатные ручки. Девочки, за то, что он очень маленький, сколько здесь 45 мл, я брала этот крем с собой в самолет. Так мы летели очень рано, а возвращались очень поздно. Я думаю, если будут сухие руки, можно будет помазать. И да, я им успела воспользоваться несколько раз. Очень удобная вещичка. Также с этой серии я взяла огромный крем, который мне привез наш дядя. Крем для всей семьи. Девочки, я его взяла как и для рук, как и для ног, так и для тела, для того, чтобы не брать тысячу разных баночек, бутылочек. Так как мы летели с семьей, здесь 200 мл. Я также успела им попользоваться, помазаться. Ну, где-то, может, половинка у меня ушла. Очень хороший крем. Можно мазать спокойно на все тело. Следующим я брала как тоник. Подарок от Мариши А. От фирмы Avon Naturals для лица. Увлажняющий алоэ и хлопок. Лосьон спрей для лица. Девочки, какая-то прелесть. Вы знаете, я как-то дома у нас не оценила это. Но когда мы поехали за границу, когда ты 12 часов на ногах, а то и больше, и прийти вечером, и просто вот распрыскать это на лицо, это такое блаженство. Я просто в восторге. Вот у меня еще осталось столько. Буду продолжать пользоваться им дома. И, в принципе, его можно просто побрызгать и оставить, а можно взять, побрызгать и еще, как говорится, пальчиком снять излишки влаги. Как я им пшикалась, так и мои дети. Буду показывать немножко не в попад, но это не имеет значения. Брала вот такой вот кремик, который я выиграла в розыгрыше у Тати. Крем против загара от фирмы L'Oréal, защитой 30. Девочки, мы им не воспользовались. В Испании хоть и жарко, и солнечно, но не так, как у нас. Мы за все время использовали 3 массипусеньких пакетика крема от загара, который вы видели в моих роликах про Барселону. И, ну, может быть, еще пару раз попшикались в большой бутылке. Все. Для этого тюбика даже не было нужды, хотя мы с собой взяли 3 огромных бутылки спрея, 2 тюбика мазать и все вернули обратно. Следующим я брала вот такую вот умывалку от Clinique Pep Start 2 в 1. То есть она умывает и очищает, как бы, такой, как бы, скажем, мелкий пилинг. Девочки, что я вам могу сказать? Не знаю, кто хочет это использовать на каждодневной основе, потому что там есть такая маленькая-маленькая скорбинка. И вообще у фирмы Clinique продукты без запаха. Но у этого есть запах без запаха. Не знаю, можно им пользоваться, но не на каждый день. Реально не на каждый день. Брала с собой вот такую вот мицеллярочку от Garnier. Девочки, это я выиграла в конкурсе у Алины World Journal. Очень классная вещичка. Как видите, я неделю им пользовалась. И буквально чуть-чуть, и оно хватало, чтобы снять весь макияж. Хорошая вещичка. Очень удобно брать дорогу. Мне кажется, когда я закончу эту мицеллярку, я просто оставлю этот бутылек. На всякий случай, если вдруг надо будет куда-то ехать, очень удобная вещь, не протекала, все супер. А также брала вот такую вот новинку от Beauty Care, Eye Removal Pads. Девочки, для снятия макияжа такие падики, 30 штук, они даже были не запаянные, когда я их открыла, я удивилась, что они не запаянные. Как вы видите, жидкости нет, но сами падики очень пропитаны каким-то жиром. Я использовала всего один раз, и я потом поняла, что это, ну, нереально. Это слишком жирная вещь. Это, видимо, для снятия более такого, как говорится, плотного макияжа. Для снятия более плотного, более такого стойкого макияжа вместе с
допустим, там, с кремовыми тенями, с тушью. Я этим всем не красилась, потому что я брала в дорогу вот такой вот, что-то у нас, серум от фирмы, от фирмы Oriflame, линейка Optimals Even Out Illuminating Serum. Девочки, посмотрите, какая-то прелесть. Во-первых, это все, что у меня от него осталось пока что. Не за время поездки, я вообще им пользуюсь. Очень классная вещь. Очень классненькая здесь помпа. То есть вы... Я не помню, или у меня была здесь крышка или нет. Может быть, она была, я ее потеряла. Это совершенно возможно. Но вот тут я ее повернул, и все, она уже не выдавливается. Повернули сюда, и оно работает. Очень классненькая вещь. На наше лето самое то. На зиму может быть слабовато, но у нас, я думаю, вот май-апрель по октябрь можно спокойно этим пользоваться. Его надо чуть-чуть, оно разносится хорошенько по лицу и хорошо увлажняет. Видите, тут 30 мл. Я не пользуюсь этим каждый день, но очень классная вещичка. Следующий я брала крем для глаз. От Clinique, Pep Start, Eye Cream. Девочки, ничего особого не могу о нем сказать. Нормальный, обычный кремик, делает свою работу, увлажняет. Но чтобы сказать, вау, убирает там круги, убирает там припухлость, ничего. Просто обычный увлажняющий кремик. Взяла я с собой вот такой вот ароматик от фирмы Miniso. Название Dating You. Это Eau de Toilette. Это даже не парфюм, это туалет. 10 миллилитров, девочки, я, когда его брала, ничего не ожидала, думала в дорогу, самая классненькая, маленькая, небольшая, если разобьется, не жарко. Девочки, у него такой приятный, легкий, цветочный запах, я даже не ожидала, что это будет такая прелесть. Я просто в восторге от этих духов, вот сколько у меня ушло за недельку. Сейчас у меня в добивашках другие духи, и потом я перейду на эти. Они мне просто очень-очень понравились, и они стойкие. Я даже не ожидала, что будет такая хорошая стойкость. В косметике я использовала кисть от фирмы Elf Blending Blush. Купила ее по совету Лизы Красновой. Она ей наносит и тоналку, и пудру, и все остальное. Девочки, ни на секунду не пожалела, что купила эту кисть. Я ей наносила свою пудру. От фирмы Essence, пудра камуфляж, makeup, powder and makeup, два в одном. У меня была в оттенке 20 Nude Beige. Слава богу, я эту пудру закончила. Она была просто неубиваемая. Она ушла уже в мои пустышки. Она была в моем проекте закончить. Поэтому в основном все, что я здесь брала из косметики, это было с проекта закончить, для того, чтобы неделя не выпадала, как говорится, с проекта. Вот эту пудру, если было наносить губкой, скажем так, да, спонжиком, она просто давала вам такую маску, капец. А вот кистью вот этой было самое то. Я очень довольна покупкой этой кисти. Мяшек я использовала нашу местную кисточку от фирмы Beauty Care, Mini Flat Kabuki, номер 15. Очень хорошенькая, маленькая, удобненькая брать с собой в поездке. Следующим я брала моих два старичка от фирмы Jade. Девочки, в таком виде их уже нету. Что написано? Made in Italy, кстати говоря. Им 100 лет в обед, этим карандашам, как вы видите. Коричневым я воспользовалась всего разик-два, не больше. И серый карандашик, которым я также в проекте закончить, я использую на брови. Он у меня тупой, так как я люблю красить брови тупым карандашом. Но, как вы видите, он нескончаемый. Он у меня в проекте, наверное, уже больше года. Именно в проекте закончить, и с ним никуда не девается. А вообще, я даже боюсь вам сказать, сколько этим карандашам лет. Для бровей я также брала гель от фирмы Rimmel. Девочки, очень его люблю. Это прозрачный 004 Clear. Он у нас не всегда бывает, надо его ловить. Я пробовала гели от Beauty Care, хороший, но он быстро портится. Пробовала от Essence. Нормально, но он быстро портится. Rimmel я использовала, единственный гель, который использовала до конца. И вот я купила, как говорится, еще одну. Гигиеничек я брала подарок от Марии Би Цезарь. Вот в таком он милом формате. Happy Balm. Вот это название фирмы. Young. И у меня, девочки, попалось это во вкусе 02 Манго.
Девочки, как он классно пахнет. Это просто что-то с чем-то. Во-первых, я им пользовалась не каждый день. И он сделал... Я им пользовалась не раз в день, даже два раза утром, вечером. И у меня был он вот так вот. То есть он, когда был целенький, он был намного выше. Если вы видели подарочки от Марии Би Цезарь, то вы увидите, насколько он в высоту шел. Он дает... Тут, может быть, его и не видно, но на губах он дает еле-еле вот такой вот розовый оттенок. Девочки, ну его можно нюхать вечность. Вечность. Настолько он приятный. Даже на руке видно, на загорело, что он дает еле-еле такой розовый цвет. На губах он чуть более розовее, увлажняет. Очень классная вещичка. Пользовалась им с удовольствием. Не пожалела ни на секунду, что взяла его с собой в дорогу. Получился этот бальзамик. Был в Германии, в Израиле, в Испании и опять вернулся в Израиль. Из помад я с собой брала помадки от Beauty Care, так как я знала, что они жароустойчивые. И так как они у меня в проекте закончить. Первая в номере 47. Она у меня была в сумочке. Я ей пользовалась, девочки, меньше всего. Давайте вот тут я посажу ее. Вот, она была как бы в моей сумке. На всякий случай она до сих пор в моей сумке. Как видите, что с ней происходит во время жары. Но тем не менее, она держится и все нормально. Вот такой вот нюд. Давайте, наверное, оставлю вам открытый. Следующую помадку я брала Color Me в оттенке 830. Это подарок от Алёнушки. Ей я пользовалась один или два раза. Очень кремовая, очень красивая. На губах не кричащая. Такая вот реально на каждый день. Ну и больше всего я пользовалась своей помадкой в 66 номере. Я продолжаю с ней проект закончить, поэтому она вот так вот выглядит. Но когда мы были вне дома, да, то есть выковыривать я уже ее начала дома. Кстати говоря, использую такие чистенькие ватные палочки. Мне это не мешает, мне это даже вот использовала и выбросила, как говорится. Вот такой вот помадкой я подкрашивала губы уже потом, когда мы были не дома. Не в гостинице. Вот такой вот цвет. Неплохо подходил. Нюдово, не кричащий. Такой нюдо-лиловый. Ну а также я взяла с собой огромнейшую палетку от Caroline. Знаю, что она огромная, что это перебор. Знала, что я не буду пользоваться всем. Но тем не менее я ее взяла. Во-первых, мне не жалко было, если она разобьется. Во-вторых, девочки, у меня здесь были румяна из проекта «Закончить», которые я продолжаю использовать. Не смотрите, что она немножко пыльная. И также я использовала вот эти вот помады. Все, кроме золотой. Я успела попользоваться минимум по разу. Давайте я сейчас сделаю вам сводчики этих помад. Вот посмотрим еще раз на эти помадки. И вот сводчики. Точно так же не брала для них никаких кистей. Взяла вот так вот ватные палочки и воспользовалась, выбросила. И не надо думать и морочить голову, как помыть эту кисточку, что с ней делать и куда ее девать. И вообще, времени на это все не было, девочки. У нас был такой активный отпуск. Мы каждый день где-то бегали. И как вы видите, вот эти все помады, они стойкие, они пигментированные. Когда съедается блеск, остается пигмент. Поэтому я вот этой вот верхней помадкой потом сверху добавляла, и было супер-пупер. Ну а теперь давайте перейдем к нашим румянам. Использовала я вот эти вот румяшки. Они на первый взгляд могут показаться очень яркими, но на самом деле, да, они как бы... Сначала наносишь матрешка, чуть-чуть походил, они, как это сказать, выветрились, и идешь нормально. Но я люблю вот такие вот. Это румяшка в моем проекте «Закончить». Ну а теперь я вам покажу тенюшки, которыми я успела воспользоваться. Очень много я пользовалась этим цветом. Он, как-то сказать, выравнивал цвет века. Вот этим коричневеньким я успела попользоваться. Сиреневым. Девочки, этот цвет я использовала как хайлайтер. И вот таким вот зеленым. Насколько мне сиреневый, так же. То есть я только подводила, как говорится, контур глаза для того, чтобы, ну, как бы стрелку придать. Сильно не хотела краситься, потому что мы уезжали, ну, я же говорю, на 12-13 часов.
и это было проблематично. Давайте сделаем сводчики. Вот такая вот тенюшку я использовала как хайлайтер. Многим может показаться ярко, но, соответственно, на сводчах оно выглядит сильнее. Вот эту тенюшку я использовала для выравнивания века. Более такая кремовая. Упс. Девочки, я, по-моему, перепутала. Вот эту. Да, вот эту я использовала для выравнивания века. Вот эту для выравнивания века. Вот этот как бы чуть-чуть сверху. Следующий. Для стрелки я использовала вот такой вот цвет. Зелененький. Сиреневый. Как вы видите, эти, именно вот эта палетка, она немножко меловая. То есть я вам хочу сказать, что тени в косметике Caroline отличаются друг от друга, все в зависимости от того. Это более старая палетка. Вот такой вот еще цвет я использовала. И вроде бы все. Может быть, еще вот этот вот коричневый. Я смотрю по степени затертости тенюшек, какие я использовала. Дома обычно я этой палеткой не пользуюсь. У меня в использовании другие цвета. Хотя, когда мне надо под какую-то кофточку, я, да, их использую. Давайте еще раз посмотрим на эту палетку. Очень люблю фирму Caroline. Горячо и любимо. Но в основном я больше их люблю за тени. Больше я их люблю за помады и за карандаши для глаз. У них очень-очень стойкие карандаши для глаз с линейки Long Lasting. Давайте еще раз посмотрим на сводчики всех продуктов, которые я брала с собой в путешествие. Девочки, если мне надо будет еще путешествовать, я возьму эту палетку еще раз. Я считаю, что она того стоит. И вот еще раз посмотрим на мою косметичку в дорогу и покупочки. Всем до новых встреч. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что еще я забыла показать в своей дорожной косметичке, что вполне возможно, или что вы еще берете, чего я взяла мало, чего я взяла много. Жду ваших комментариев, ваших лайков. Всем до новых встреч!